Легенда празднует юбилей. Ивановский меланжевый комбинат отмечает 90-летие. Строительство предприятия началось в далеком 1928 году. Планировали управиться за 4 года, а сделали за полтора. В начале 40-х на войну ушли более 4000 меланжистов. Те, кто остались у станка, выработали порядка 100 миллионов метров ткани. Силами ивановцев было одето около 30 миллионов бойцов советской армии. Ветераны и нынешние сотрудники меланжевого комбината собрались в праздничную дату в ЦКИО. Сегодня на предприятии «Меланжтекстиль» трудится 370 человек. Это по-прежнему полный комплекс, это определение качества отделка. Единственное предприятие, которое сосредоточено под одной крышей. И на сегодняшний день именно, будем так говорить, основы старого меланжевого комбината взяты. И по сей день, то есть мы делаем ткань для спецодежды. То, что было изначально на Ивановском меланжевом комбинате 90 лет назад.